Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с заместителями полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олегом Мельниченко и Игорем Паньшиным. Они приехали для участия в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти ПФО. Основной темой встречи стало патриотическое воспитание молодежи. Тема на самом деле не очень актуальная, касаясь патриотического воспитания. Военно-патриотическое воспитание, на самом деле, я могу сказать, хотя вы уже знаете, с 1968 года мы ни на один год не прерывали проведение юнармейских разных соревнований, состязаний, зарница, орленок. В республике выстроена целая образовательная система, в рамках которой науки «Любить Родину» обучаются и воспитанники детских садов, и школьники, и студенты. Работает целая сеть поисковых отрядов. А через полтора года в Чебоксарах откроется кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова. В будущем он приобретет статус окружного. Нам нужна молодежь креативная, нужна молодежь патриотичная, нужна молодежь, которая связывает свое будущее с Россией. Еще один важный вопрос – новые технологии утилизации отходов. Чувашия – один из немногих российских регионов, где в этом направлении сложился положительный опыт. Сейчас регионы к нам приезжают, и все эти даже три проекта востребованы не только у нас, допустим, на территории республики, а вообще на федеральном уровне.